Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Лысогорском тоннеле началась укладка пути. На 3-километровом участке уже завершена половина работ. Курортный сбор потратят на благоустройство пляжа в Лазаревском. Сочинцы могут выбрать, какой станет набережная. К лету в Сочи появится больше безбарьерных зон. Такое распоряжение дал мэр во время обхода центра курорта. Сочинцы пробегут 1945 метров в память о победе. Присоединиться могут все желающие. В Краснодарском крае Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу. Также работает круглосуточный телефон в региональном министерстве здравоохранения. Я напомню, в крае есть один подтвержденный случай коронавируса. Это житель Приморско-Ахтарска, вернувшийся из поездки в Италию. Он находится в стационаре, его состояние стабильное. Жители и гости Краснодарского края с признаками заболевания могут обращаться на горячую линию Минздрава 8 800 200 03 66. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в будни работает дополнительная горячая линия по телефону 8 861 255 11 72. У специалистов можно получить различную информацию по коронавирусу. В краевой администрации создан оперативный штаб по контролю за ситуацией. В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомы заболевания схожи с сезонным гриппом. Это высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота и диарея. Специалисты советуют придерживаться основных правил гигиены и профилактики. Тем временем управление Роспотребнадзора проводит двойной санитарно-карантинный контроль в 14 пунктах пропуска, как на международных, так и на внутренних направлениях. Проблемы обманутых дольщиков сегодня обсуждали на совещании в Краснодаре. Его провели глава региона и прокурор края. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году на Кубани было сдано 49 проблемных домов. Больше 10 тысяч человек получили долгожданные ключи от своих квартир. Планы на этот год завершить 113 объектов, а это вдвое больше. Сегодня проблемными остаются 275 домов. По каждому есть четкое понимание, сколько денег необходимо на достройку и как решить сложности с землей и коммуникациями. Край заручился поддержкой правительства и тесно взаимодействует с Федеральным фондом защиты прав дольщиков. Например, субсидии получили 15 объектов в Краснодаре. 8 из них будут достраиваться, а по 7 домам владельцы квартир получат компенсации. То, что мы ставили перед собой планку, либо задачу прошлого года, я считаю, мы ее выполнили. 49 домов сданы в эксплуатацию, примерно около 10 тысяч, это чуть больше, обманутых дольщиков получили свое жилье. В этом году мы ставим планку практически в два раза больше, это 113 домов. И важно, чтобы мы тоже дошли до этого результата. Если мы уже просто более подготовлены к решению этой проблемы и понимание, самое главное, понимание, как их достраивать, как решать проблемы. В мэрии Сочи тоже обсудили пути решения проблем обманутых дольщиков. Глава курорта Алексей Копайгородский провел заседание рабочей группы по вопросам реализации мероприятий, которые позволят удовлетворить права участников долевого строительства проблемных объектов. На встречу были приглашены застройщики, инициативные группы дольщиков и представители коммунальных предприятий курорта. По словам первого заместителя главы Сочи Дениса Юрковского, который курирует в мэрии вопросы строительства, подобные совещания проводятся им еженедельно, причем чаще всего с выездом на объект. Проблемные вопросы, которые освещаются самими дольщиками, плюс застройщиками, они решаются в оперативном порядке. Проводится профилактическая работа по недопущению и добавлению обманутых дольщиков в городе Сочи, для того, чтобы их не было, чтобы у нас застройщики, которые реализуют свои площади по 214 федеральному закону, сдавали объекты в срок, вовремя, не порождали число обманутых дольщиков. Курортный сбор потратят на благоустройство пляжей в Лазаревском. Сочинцы могут выбрать, какой станет набережная. Опрос проводится на сайте администрации города. Жители и гости Сочи могут выбрать один из двух вариантов по благоустройству центрального пляжа и набережной в Лазаревском районе.
Работы будут проводиться за счет курортного сбора. Напомню, сейчас отдыхающие платят сбор 10 рублей в сутки. И эту сумму не планируется увеличивать. Прежде за счет курортного сбора велась точечная работа. Установка беседок, лавочек, урн, туалетных модулей и декоративных конструкций. Сейчас же на эти деньги планируется полностью преобразить центральную набережную поселка Лазаревская. По поручению мэра разработаны два эскизных проекта. Опрос проводится до 22 марта. Основной объем работ планируется выполнить уже в этом году. В Лысогорском тоннеле началась укладка пути. На 3-километровом участке уже завершена половина работ. Напомню, из-за ремонта тоннеля в Туапсинском районе поезда из Сочи в Краснодар идут по Армавирской ветке. А электрички работают только на дистанции Сочи-Туапсе. Лысогорский железнодорожный тоннель – самый длинный на Северокавказской железной дороге. Его протяженность – 3 километра. Прежде, по соображениям безопасности, поезда должны были проезжать тоннель со скоростью 10 км в час. Начинать снижение скорости массивному составу приходилось задолго до тоннеля. Все это влияло на графики, сроки и расписание. Теперь в Лысогорском тоннеле используют новую технологию укладки пути. Она снижает вибрацию и воздействие на своды. Она была применена на участке от Сочи до Мацесты и на сегодняшний день оправдал себя по всем параметрам. Это и безопасность, это и комфорт для пассажиров, плавность хода. Ну и, естественно, самое главное для нас, железнодорожников, это низкая себестоимость его эксплуатации. Говоря проще, раньше в основании пути при нагрузках бетон разбивал бетон. Сейчас между слоями бетона используется специальная амортизирующая прокладка. Подготовительный период мы прошли. Подготовительный период – это бетонирование и укладка вот, значит, каркаса. Вы видите, насколько вот по этому металлу, я думаю, что в космодроме, наверное, такой же диаметр металла, да, использовался. Вот потому, какая мощность металла, мы должны понимать с вами, какие нагрузки выдерживает этот тоннель и конкретно вот эта вот система. Преимущества новой системы почувствуют и пассажиры. Поезд будет идти плавнее, увеличится скорость. Сегодня на объекте круглосуточно трудятся от 80 до 100 специалистов. Полностью завершить работы планируется 21 апреля. К началу лета в Сочи появится больше безбарьерных зон. Такое распоряжение дал глава города во время обхода центрального района. Алексей Копегородский осмотрел улицы и дворы на предмет санитарного состояния, благоустройства и соответствия безбарьерной среде. Мэр начал обход с улицы Горького, сразу же обратил внимание на лестницы и отметил, что спуски необходимо отреставрировать и установить на них пандусы. Причем они должны не только соответствовать всем нормам, но и согласовываться с маломобильными жителями. Председатель городской общественной организации инвалидов-колясочников «Стоик» Олег Стекольников показал мэру, на каких улицах необходимо установить специальные спуски к пешеходным переходам, построить пандусы или заменить их на более удобные. Алексей Копайгородский поручил главе центрального района Александру Белозерову проработать каждый участок и в ближайшее время предоставить карту объектов безбарьерной среды. Вот если нужно сделать удобный съезд, правильно? Все, это вот твоя, Александр. У тебя должна быть система, вот такая карта, схема вот таких мест. И дальше все, дальше главам и отраслевикам сбрасывать, кто должен сделать. Вот задача, чтобы к 1 июня у нас безбарьерка была более там серьезная. Помимо этого, мэр обратил внимание на санитарное состояние дворов по улицам Титова, Невская, Чебрикова и Трунова, а также осмотрел объекты, находящиеся в ведении РЖД и Управления дорог Черноморья. Акцент глава сделал на состоянии остановочных павильонов, тротуарной плитки, рекламных щитов и расклейки стихийных объявлений. Все, что касается асфальта, везде, куда приковывается взгляд, особенно места массового скопления людей, все должно быть в лучшем виде. Дороги, автобусные остановки, все должно быть в идеале, все должно быть чистенько, аккуратненько. Работают все. Буду сам часто проезжать и смотреть, исправили или не исправили. Но так как вот этот столб 2 месяца лежит и никто ничего не сделал, это плохо, оценка всем 2 балла. Алексей Копогородский отметил, что улицы необходимо привести в порядок к майским праздникам. Здесь покрасят скамейки, обновят брусчатку и очистят рекламные щиты. Кроме того, к началу лета отремонтируют лестницу, ведущую от железнодорожного вокзала к микрорайону Завокзальный, и отреставрируют пассажирские платформы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.
Около 4000 сочинцев прошли по новому экскурсионному маршруту. Он проложен по местам, где в годы Великой Отечественной войны базировались госпитали. Первый эшелон с ранеными бойцами прибыл 5 августа 1941 года. С этого момента начался великий госпитальный подвиг города-курорта. За годы войны сочинским медикам удалось поставить на ноги около 400 тысяч солдат и офицеров. Экскурсионный маршрут проходит по санаториям и объектам, где в годы войны располагались госпитали. Их в Сочи было 111. Инициаторами таких экскурсий выступили клуб «Эрудит» при Комитете городского собрания Сочи по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды, городской музей истории и отделение военно-исторического общества. Акция под названием «Сочи. Город-госпиталь. Город мира» посвящена 75-й годовщине Победы. Тематические экскурсии будут проходить до 9 мая во всех районах курорта. В нашем значимом, нашумевшем проекте, о котором сейчас идет речь, о 75-летии, задействовано 68 человек. Дело в том, что у нас 4 района, и в каждом районе, подчеркиваю, в каждом, есть своя экскурсия, посвященная событиям войны. Город-госпиталь, город мира. А в центральном районе, поскольку центральный, самый населенный, густонаселенный, школ больше, гимназий, мы сделали 2 маршрута. Один от Ривьеры, один от вокзала в сторону мемориала. Ну, мы очень гордимся тем, что мы сделали. Мы даже не представляли, что это может вызвать такой интерес у местных жителей. 3 раза в неделю по историческим местам проходят около 400 человек. Записаться на экскурсии можно в ТОСах по месту жительства. Кроме того, в рамках внеурочной деятельности их начали посещать школьники и студенты. Меньше чем за месяц бесплатные экскурсии совершили около 4000 сочинцев. Такие итоги были подведены на совещании с экскурсоводами. Встречу провел председатель Комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания Сочи Константин Гергишан. Экскурсовод рассказывает, дает информацию, а люди вступают в диспуты. А вот вы об этом не знаете, или мы знаем об этом. Лазаревки говорят, у нас здесь был аэродром военный, а вы о нем не говорите. За 40 минут невозможно сказать обо всем. Но люди участвуют в разговоре, значит, есть живой интерес. И город, вот жители, мы беседуем с людьми, всколыхнулись вокруг этого. Я вас уверяю, может быть, именно этой акции, ежегодно одно и то же не хотелось бы, но мы будем искать новые формы. Цель одна – рассказать о нашем городе. И военно-патриотическое, наверное, воспитание очень важно. Мы подтягиваем к этой теме военно-историческое общество наше. Оно имеет перспективу развития. Это очень важно, это нужно нашему городу. Этим летом исторические экскурсии войдут в список обзорных для туристов. Депутаты городского собрания Сочи планируют взять эту акцию за основу для создания нового экскурсионного маршрута под названием «Золотое кольцо Сочи». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. С 14 марта в Сочи облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем 12-14 градусов выше нуля. Температура морской воды 10 градусов. В Красной Поляне облачно, дождь, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 11-13 градусов выше нуля. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 13 марта 1945-го советские войска заняли 16 населенных пунктов вдоль реки Висла. На Первом Белорусском фронте в боях за город и крепость Киздзинь взято в плен более 3000 немецких солдат и офицеров. За 13 марта на всех фронтах подбито 137 немецких танков и самоходных орудий, сбито 37 самолетов противника. Продолжаются сражения в Венгрии у озера Балатон. Немцы, несмотря на большие потери, продолжали атаки. Бои часто переходят в рукопашные схватки. Не добившись успеха на одном участке, гитлеровцы перебрасывали войска на другой, пытаясь найти слабое место в советской обороне, но везде встречали отпор.
Совинформбюро сообщает о храбрости разведчиков. Увидев в засаде танк и стоящих неподалеку фашистов, три красноармейца угнали его в распоряжение своей части, перебив перед этим неприятеля. Взятый в плен на Первом украинском фронте унтер-офицер рассказывал, командование попросту бросало бойцов на произвол судьбы. Руководство под разными предлогами уезжало с поля боя. В итоге оставшиеся солдаты решили, воевать не будут и сдались в плен. Союзники в это время бомбят побережье Балтийского моря, там разрушено 6 немецких сортировочных станций. Из Одессы отправлены 2 судна, на борту которых бывшие военнопленные – американцы, англичане и французы, освобожденные Красной армией. Им предоставляется сытное питание, дневной рацион приравнен к норме бойцов и офицеров действующей армии. Бывшие военнопленные в письмах, например, маршалу Рокоссовскому, горячо благодарят своих освободителей. В советском тылу в это время начался весенний сев. Колхозы Ашхабадской области выполнили план сева яровых на 15 дней раньше, чем в прошлом году. Для пополнения запасов зерна колхозники отдали личные запасы. Так, в Кировской области выяснилось, что для намеченного расширения сева не хватает семян. За несколько дней колхозники принесли из личных запасов 1500 пудов зерна и 4000 пудов картофеля. Обнародованы имена сочинцев, которые ушли на фронт и пропали без вести. Все эти люди в Великую Отечественную были узниками концлагерей. Сегодня, благодаря международному проекту «Возвращение имени», потомки узнают о судьбах своих дедов и прадедов. Найдены имена и данные 173 сочинцев, считавшихся пропавшими без вести. Архивные документы погибших в годы Великой Отечественной войны сочинцев добыли волонтеры, курсанты Сухумского военного училища и передали сочинцам. Теперь задача сочинских поисковых групп – найти родственников узников концлагерей. Семьи считали их без вести пропавшими. Теперь потомкам будут переданы копии персональных карточек. В Сочи этой работой занимаются администрация города и юнармейцы. Мэрия передает списки, юнармейцы ищут родственников и подтверждение, что это не просто однофамилия. Они имеют возможность узнать судьбу солдата, узнать, когда он погиб, где он захоронен, и в случае возможности и желания поехать на место захоронения, если позволяют финансы, изъять прах и перезахоронить у себя на родине. Это самая главная цель нашего проекта. Вообще, это проект семейный. Это возвращение человека в семью. Благодаря информации в СМИ откликнулись уже 12 родственников без вести пропавших солдат. По счастливой случайности, одна из родственниц – член поисковой группы. Эльвира лично заносит данные из персональных карточек военнопленных в базу. И каково же было ее удивление, когда на одной из карточек она увидела свою фамилию. Когда нам передали архив, я нашла карточку среди фамилий моего прадеда Чамуряна Макартыча Анисовича. Конечно же, мы знали о том, что у нас есть этот родственник, не забывали, надеялись найти. У нас в моем поселке стоит большой памятник с фотографиями и именами людей, пропавших без вести, которые призывались именно оттуда, с нашего района, с моего поселка. Когда я об этом сообщила дома, в первую очередь обзвонились все родственники, собственно говоря, моего прадеда. Сейчас, после того, как вручат карточку моим близким родственникам, планируется поездка на захоронение моего прадеда. За время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали около 6 миллионов солдат и офицеров Красной армии. Около 700 тысяч остались на Западе после освобождения. Более 5 миллионов человек погибли. И сегодня цель волонтеров в рамках международного проекта «Возвращение имени» – передать весточку от фронтовика потомкам, пусть и через 75 лет. Узнать информацию и уточнить, есть ли в списке найденных фамилий ваш родственник, можно по телефону 264-29-72. Инга Габиши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С 1 сентября в России начнут поэтапно внедрять бесплатное горячее питание для учеников младших классов. И это не единственное новшество в организации питания в образовательных учреждениях. Ранее сообщалось о том, что в школах планируют установить торговые автоматы, в которых подростки также смогут купить продукты. Как к этим нововведениям относятся педагоги и как дети питаются в образовательных учреждениях сегодня, узнаем мы из следующего сюжета. Нужно все убрать, все не
Школьная столовая 8-й гимназии заполняется за считанные секунды. Учеников уже ждет вкусный и полезный завтрак за 62 рубля с копейками. Он включает в себя салат, пюре с чахохбили, кусочек хлеба и сок. Меню распределено на 12 дней. Это то, что мы называем организованное питание, когда учитель приводит класс, и класс здесь садится, им уже накрывают работники столовой, они организованно поели и ушли дальше учиться. С 1 сентября начинается поэтапное введение бесплатного питания для начальных классов. Завтрак обязательно будет включать горячее блюдо и напиток. При этом дети по-прежнему смогут приобрести еду на раздаче по карте школьного питания. Сегодня у нас по меню идет 3 вида салата. Каждый день эти салаты меняются. На сегодняшний день у нас капуста квашеная, салат из свежих овощей и винегрет. Дальше у нас идет мясная продукция, это тоже каждый день меняется. Сегодня у нас есть рыба-горбуша, есть запеченная курица, паровые котлеты. Все это готовится в пароконвектомате, то есть это все не жареное. Здесь идут гарниры, картофель запеченный, макароны, рис. В сети сейчас активно обсуждается возможность установки в учебных заведениях вендинговых или, как их еще называют, торговых автоматов. В гимназии считают, что это противоречит принципам здорового питания школьника. Мы были принципиально против этого по одной простой причине. Потому что если идея заключается в том, чтобы обеспечить ребенка горячим здоровым питанием, то все то, что продается в автоматах, ну, мало к этому имеет отношения. Это либо бутерброды, либо соки, либо вода, пепси-кола, кока-кола, шоколадки. Сами школьники с удовольствием уплетают и горячие, и сдобные булочки. Признаются, очень вкусно. Продукты во все сочинские школы поставляет автономная некоммерческая организация «Стандарты социального питания». Поэтому меню в школьных столовых курорта примерно одинаковое. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня открылись «Среда и тропы». Это персональные выставки художников Василия Аникина и Натальи Сафроновой. Проект Василия Аникина «Среда» посвящен исследованию современного города. Художник выбирает слегка приглушенную гамму, делая акценты на эффектах освещения, отражениях и бликах. Были ли мы когда-либо так обособлены от природы, как сегодня? Вот главная тема авторских размышлений. Проект Натальи Сафроновой «Тропы» – это мысли автора о перемещении человека в пространстве. Это непутевые заметки. В поле зрения художницы попадают местные заведения, объекты привычной обстановки, которые можно встретить в незаметных переулках города. Выставки будут открыты в режиме работы музея до 5 апреля. И к новостям спорта. Сочинка Злата Харахордина стала чемпионкой первенства России по ушу. Чемпионаты первенства страны по ушу проходили в Москве. В состав сборной Южного федерального округа вошли две сочинки – Злата Харахордина и Виталия Ильина. По итогам турнира Злата Харахордина завоевала две медали – золото и серебро. Я выиграла их в парных мячах, это второе место у меня, и выиграла в цепи, китайское название дзюдзюбянь, это первое место. Было достаточно сложно, потому что приехали девочки из разных уголков России, они все были сильные. Золотая медаль Златы стала четвертой с первенства России. Каждый год на главном старте страны она показывает самые высокие результаты. Чемпионат проходил в дисциплине кунг-фу, это традиционное ушу. А сейчас команда готовится к чемпионату России по таолу. Эта дисциплина вошла в программу юношеской олимпиады, которая пройдет в Дакаре в 2022 году. А чемпионат России по таолу состоится в апреле в Москве. У нас сейчас готовится достаточно сильная команда. Мы благодаря нашему тренерскому штабу стараемся плодотворно работать каждый день. И за счет, во-первых, поддержки города и поддержки Крылой Федерации мы стараемся как бы каждый год вывозить на первенство России не менее 10 спортсменов, из которых, в принципе, 80% приезжают с медалями. Чемпионат России станет отборочным на Европу. Ну а в конце года в Марокко пройдет чемпионат и первенство мира. Это главный старт, на который нацелены сочинские ушуисты.
В горах Сочи пройдет патриотический праздник «Наша победа» с забегами и концертом. Акция «Наша победа» состоится 3 мая на горном курорте «Газпром». Планируется, что в кросс-походе и трейл-гонке по пересеченной местности примут участие около 3000 спортсменов и любителей. Участникам предложат на выбор несколько дистанций. Так пробежать 1945 метров смогут все желающие. Эта дистанция не соревновательная, а главное участие. Спортсмены старше 14 лет смогут принять участие в забеге на 9 километров. В командной гонке на 75 километров каждый из 5 участников бежит по 15 километров. Допускаются спортсмены старше 18 лет. Гонка с препятствиями на дистанцию в 1 километр рассчитана на участников старше 14 лет. Кроме того, в программе работа полевой кухни, концерт военной песни, спортивные состязания, зона ГТО, катание на БТРе, работа зоны тиров. Участие везде бесплатное. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.